Первый день, буквально прошло 5 часов после посадки в Мумбаи, то бишь Бомбей. Сегодня первый ужин в честь маэстро Зубина Мехты, где мы отмечаем его 80-летие. Это замечательная, уникальная виолончелистка. Виолончелистка. Oh, you're taking a video. Oh, sorry. Taking a video, no problem. Это girlfriend знаменитого Пинкаса Цукермана. Замечательная виолончелистка, они играют двойной концерт в Брамса. У нас сегодня потрясающий ужин из индийской кухни. У меня на протяжении, наверное, месяца все пугали по поводу того, что будь осторожен с индийской едой, индийской водой, все это очень остро, и будь осторожен, не ешь свежих овощей и так далее. Это все, знаете, полная ерунда, фантастическая вкуснота, уникальное качество, абсолютно не острое, невозможно оторваться. Вот мы сидим здесь с замечательными друзьями маэстро Зубина Мехты. Я думаю, что мы еще не раз выйдем на связь из этого уникального места Мумбаи. Буквально вот мы приземлились прям 5 часов назад, и сейчас идет банкет. Я попытаюсь сейчас взять несколько слов у нашего юбиляра. Попытаюсь взять у новоиспеченного сибиряка. Никто не забыл, когда маэстро Зубин Мехта нырнул в Байкал после бани за 4 часа до концерта. Это абсолютно было фантастическое зрелище. Сейчас я попытаюсь взять у него интервью. Ah, oh, this is not Baikal. It's nothing. I'm so appreciated to be here in your homeland. Thank you for invitation. And I never forget moment when you jump in Baikal. You Baikal. Remember? And you drank now Himalaya water. Exactly, Himalaya water. Thank you for coming. Thank you for coming.